Совместный семинар для сотрудников Химического института имени Бутлерова, Института фундаментальной медицины и биологии, а также Инженерного института объединил ученых Казанского федерального университета. Исследователи обсудили возможности сверхбыстрой калориметрии для медицины, биологии и инженерии, а в частности работу приборов с данным направлением науки. На семинаре было отмечено, что в России на сегодняшний день очень мало специалистов, разбирающихся в таком направлении, как сверхбыстрая калориметрия. Решать данную проблему нужно незамедлительно. Этот метод позволяет исследовать влияние скорости охлаждения на характеристики металлов и сплавов, а также полимеров, которые в свою очередь определяют их прочность. Поэтому, конечно, этот новый прибор требует особых подходов. И, конечно, мы сразу же, вот сейчас, я уже это объяснял, конечно, нужно искать области применения, приложения, то, что нам советовал Ильшат Рафкатович. В дискуссии обсуждались перспективы совместных исследований лаборатории сверхбыстрой калориметрии, созданной в КФУ под руководством Кристофа Шика и ученых КФУ других университетов и академических институтов Казани. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.